Сейчас они все будут. А, мы сейчас сбором будем. Мы, кажется, тоже были. А? Мы, кажется... Ну, это чекпоинт тут сохранился такой. И чекпоинт был тут, получается. Coring platform online. Attention all hands. Obstruction detected. Так. 232 вольфрама. А ты видишь, он ничего не принес. А цепи, кстати, можно создать, если что. Только они и вольфрама стоят. А ты говорил, нельзя. А, блин, мне нужно видите создать спокойно. Значит, не забыл. Конечно. Там, пожалуйста. Вот так, вот так, отлично. Пошли? Что-то там где-то... А, ну, вот. Сейчас я не могу. Фу, капец, я взял стазис. Нечаянно я ее уже выкинул. Вот ты взял. Стазис на батарею нечаянно взял. Капец, мне тут вольфрама выпало. We're headed to the warehouse now. Is everything okay? Я подозреваю, что стазис сделал. Between this planet trying to kill us, your boyfriend hating me, it's just been a wonderful trip so far. Well, it's not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? Блин, это лишний зонт. Инвентарь полон. Так, надо ее заманить аптечку. И даже не одну, наверное, да. А три штучки. Сейчас хочу подключить металлический зонт к себе. Отлично.
второе. Нижний. Ну, давай быстрее. Все, иду. Как раз закончу. Уже хотел ходить. Так, я собираю ружку, давай, ходи. Все. Пойдем. Блин. Так. Легче. Смотри. Клинический рассеиватель, там металлический зонт. Типа как дробаш получается тут. Ой, стоящая батарея. Ну нафиг её. А мне два самодгеля. Так, стоп. Надо все время сплошиваться. Подожди, тут эти птички. Тут две средние птички не выпало. И тут робота надо поставить. Азаза. Че ну тебе тут не ставят? Да я не знаю. Преобразовать. Как всегда нужно интересно? Можно себе? Нет, ну тут вещички. Обойма, ох, аж заглянул себе. Да давай резче. Иду. Beautiful, isn't it? The scientists called it the Nexus. They thought these bigger specimens acted as conduits for the machine's control signal, broadcasting it to the smaller forms. And that helps us how? Because I think they found the machine by tracking the signal upstream through nerve clusters inside the creature. Oh wait, we need to get inside that thing? Yes! This is such a wonderful opportunity! Wonderful opportunity. The son of a bitch is frozen solid. How do we get in? The scientists used heat exchangers. Ждать, пока не договорит. No, no good. There's probably a furnace on the roof. If I can find it, I can get it running again. Isaac, be careful up there, alright? Yeah, yeah, don't hurt yourself. Как запустить нагреватель? Personal love, Dr. Earl Serrano. The Nexus experiment is, well, it's incredible. We have discovered two new Он в гардеробе доступен новый костюм. Интересно, что же за костюмчик? Ага. Я тоже хочу посмотреть. Ничего нового. Дай мне после. Ну сейчас я одену костюм спецназовца. А мне это больше нравится. Прикольно. Это тоже неплохо. Эй, давай, тут очередь уже. Костюм археолога.
О! Офигенный кирпич. Какой? Археолога. Калвич. Так, блин, не то. Получите X. Чем это? Здоровье, я думаю, мне. Что мне сейчас улучшать? Не надо ничего? А сколько у тебя вольфрама? Вольфрама 250. А черная дыра сколько стоит? 600 с чем-то. Копи. А преобразователь нужен вообще? Ладно, оставлю. Потом посмотрим. Ну, вообще нужен вроде бы. А, офигенный косичек на языка. Что это так долго едет лифт? Это шаш на крышу едет. Угу. Ну, тебе там деньги отсюда. Возьми меня. Ну-ка я это терплю вот в эту пальцу. Да, классная штука, я могу хорошо летать. Блин, мы забыли. Ладно, сейчас. Этот? Да-да-да-да-да. Помню точно. Давай, этот быстрее. А еще у меня есть один горелка и этот. Гранатомет это такое. Четенько так. Стиль. Тащишь его там? Тащу. Лезут, что за бред? Тоже не знаю. Все, я взял ее. Давай поднимайся. Стой. Вот ё-моё. Вот тварь. Как раз когда я ставил эту штуку. Все, давай, заходи в дверь. Ливаем.
Заходи быстрее, я тебе дверь открою. А, там же никого нету. Не жирные. Вольфрам опять выпал, прикинь. Читер. Я уже как-то чувак сейчас буду. Are you all right? Great. Hey, thanks for putting up with Robert. You know, he's not been himself. Norton just thinks I'm trouble in a couple of ways. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope... Allie, is that Isaac? Great, great. You two having a nice little chat? Look, he just called to say he got the furnace going. He's on his way back now. Isaac, I'll see you soon. Что, я шучу? Это для прикола, какая разница, все равно принесет. Ок, давай. Блин, надо было внутри вот этой твари, в которую мы сейчас полезем. Changes are powered up now, but the specimen isn't thawing. Is there something wrong with the mechanism? О, тихо, тут нужно, короче... Короче, смотри, я буду стоять тут, а ты там. И вот, когда цифра загорается, то фигню и крутишь, короче, понял? Where's the sensor? Probably destroyed, but I did find the blueprints to make a new one. I think I know where this is going. I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you Есть think? Один лабораторный склад на другом конце лагеря. Офигенно. Чего? Есть один лабораторный склад на другом конце лагеря. Это что значит? No idea how it works. Нужно будет переться на другой конец лагеря. I can build it with the right parts. Uh-huh. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Hope I can piece together enough of this research. Хочешь, соберем эту фигню, которая стреляет так, так себе. Что? Вот эту фигню сейчас соберем, которая так себе стреляет. Okay, okay, geniuses, here's a question. Let's say this stupid experiment works and you find the machine, then what? Do you guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Graves referred to a codex.
She said it was the key to controlling the machine. Yes. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone named Rosetta as being instrumental in forging this key. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex business. Unbelievable. Мне кажется, или мой нижний слот похож на твой верхний? Ну, я это заметил давно. Чё я, может, стоишь на батарее, фул? Стоик собирает. Тот чувак-идиот, который потом заряжает стазис не батареями. Да, только что ж убивал, блин. Не напомнило дополнение это. Пошли. Это уже отсылка к дополнению получается. Такая небольшая. А может быть вот тут посередине можно поставить? Ладно, потом бот поставим. Да, уже в дополнение. Вот ты не видел женщину, а я видел. Вообще, я офигел, когда даже первый раз играл за Айзека на этом моменте, а потом, когда за Карвера поиграл, вообще офигел. Ну, пошли в эту кооперативную миссию. Узнаем, что ему там кажется. Тогда принесите. Ну да, кооперативная дополнительная. Это глюки уже, если чё. Ну что двое? Ну что сюда и пришли? Ну так, здесь где-то дверь сейчас должна быть, сюда нужно будет зайти. Вот, я слышу. Что? Вот эта женщина стоит, вот она прямо, смотри. Она вот сейчас сквозь дверь прошла, отвечаю. У меня не стоит вообще. Отвечаю, она сейчас туда зашла, вот, в хранилище. Капец. Немного страшно. Ну да, вообще стрёмно как-то. Как туда зайти? Давай, иди сюда. Давай сюда тогда попробуем. Так я же уже могу зайти, если чё. А. Шли, нужно просто мне подойти. Стрёмно очень. Там такие звуки стрёмные, отвечаю. Вообще жестко. Я на видосе у тебя посмотрю. Вообще стрёмно, капец. So what the hell is this place? Hey, you tell me. You're the one that brought us here. Yeah. I'm, gonna take a look around. You coming? Yeah, sure. Так где? Да, наверное, сюда надо. Я не знаю, тут не показывают же миссии. Поедем. Блин, я уже страхово. Чем ты там? Ой-ой-ой. Блин, я лифт сломал. Ля, опять. Тут, короче, везде типа фотки этой женщины. Что? Тут везде фотки этой женщины в лифте. Какие фотки? Офигеть, вообще жестко, прикол. Какие фотки, чувак? Тут фотки вот этой женщины. Ты наркоман. Ты чё, реально ничего не видишь? Чего? Ты чё, реально ничего не видишь? Да. Ну вот. Ну сколько? Ну потом, блин, обязательно посмотреть. Да, я обязательно посмотрю на видосе, капец. Мы должны это
проследовать мне, чтобы все это. Ой, твою мать! Напал! Тварь напала! Капец, я что пойду. У тебя тоже тварь напала? Угу. Вот, видишь, написано Happy Birthday, Dylan. Где? Вот, Happy Birthday, Dylan. Нет! Ты чё, гонишь? Отвечаю, нет. Прям вот такая, типа, ленточка такая. Нет. У меня просто серая дверь. Ну вот, посмотришь. Да, и ты мне тоже посмотри, обязательно. Вообще. Как так они сделали? А, хотела сзади подойти два. Подошла, да. Талалом. Обойма. Вольфрамчик выпадет, чё? Не выпадет. Что это было? Чё, я ничего не видел. Слышал. Ну, допустим. Не знаю. О, у меня бот ждёт уже на станке. А? Написано, зачем ты сделал мне больно. И типа он с ней разговаривает сейчас. Ты? Да, вот мячик. Ты видишь мячик? Нет, не вижу мячик. Ну он упал куда-то. Нет, я не вижу. Вон он внизу мячик. Нет, я не вижу. Ты можешь его подобрать, что ли там? Не, его не могу подобрать. Ладно, пошли. Вот очень не повезло. Один играет в кооперативе. Это мне дерьмо, ручка. И второй ход. Я тебя пытаюсь спасти, а он ничего не делает. Да, ты что, живой еще? Давай, иди. Веди меня. Как горело у него. Так, что у нас останок? Подожди. Давай, зайдем, просмотрим, что у нас. Они сейчас по-любому... Тут по-любому сейчас нужно будет торсионный вал. Точно? Ну, я не уверен, но... Как, зачем тут станок стоит вообще? Собери лучше. Я не знаю, сейчас я посмотрю, чё. Я б собрал, но... Вольфрам жал. У меня на черную дыру хватает, она 445 вольфрам стоит. Да? 445? Да, вот сам посмотри. Чертежи. Даже на принудитель хватает. У меня 625 черная дыра. Ты чё? Отвечаю. Вот посмотришь видос, 100% вообще. Вот поделись своим чертежом. Можешь поделиться? Не удалось поделиться предметом, так как у вашего напарника он уже. Вот, смотри. Мне 625 стоит. Так, а если я вот этим поделюсь? Нельзя поделиться чертежом. Сейчас бы перехватчик атаки скрафтить. Он 720 стоит. У тебя сколько перехватчик атаки стоит? Да, как обычно, там 600 с чем-то стоит тоже.
Не, ну посмотри. Это очень важно. Пока вышел из станка. Блин, опять туда нажал. Опять вышел из станка, ё-моё. Переходишься к атаке? Да. 800. А у меня 720. А еще металлический гром вроде нормас. Металлический гром где он? Он там в самом конце. У меня его нет. Парализатор, фигня. Зараженный растворитель. Кислота. Ты сейчас что-нибудь слышишь? А? Вот ты слышишь эту запись? Да. А что она тут делает, если она должна быть у Джона Карвера дома? Что она тут делает? Вот, смотри, тут везде праздничные ленточки. А вот этого солдатика, видишь? Нет. Вот он! Смотри, вот тут солдатик стоит. Так нет, просто бочка стоит. Кто? Бочка стоит. Все. Вот отвечаю, смотри, тут солдатик стоит. Вот посмотришь. Интересно, если ты в него пальнешь. Текстурка покажешь, что ты в него пальнешь? Смотри, вот в хедшот. Нет, ты не покажешь, что ты мимо него целишься. Вот написано «С днем рождения». Вот тут подарки, смотри. Тут вот лежат дофигища коробок с подарками. Это за некроморфы такие? Мне срочно нужна новая оружка. Это типа такие усиленные. Вот смотри, тут дофигища коробок с подарками. Тут грузовик. Вот тут ленточки праздничные. Вон опять этот солдатик. Нет. Так он весь в крови. Ладно, давай я пойду дальше. Оно с одного удара даже не может их замутить, прикинь? Вот эти. Нужно уже мне другое оружие сделать. Это смеги там что-ли. Как те зелененькие. Ё-моё! Жалко, нет достижения «Победитель по жизни». Это типа, на тебя напал вот этот чувак, ты его типа нейтрализовал, а он опять на тебя напал. Где взять эти штуки? А? Где эти штуки взять? Какие? Ну, которые нужны, чтобы открыть дверь. Угу. Может, наверху? Так мы и так наверху. Может, внизу. Мэн, я пока буду спускаться, мне нужно. Ты пока надо поищи, я чаёк пойду принесу сюда. Давай. Сейчас. Минут.
Так, я принес чаек. И Антон, я подключил там аккаунт AdSense, или как его там надо? Чё? Я что-то связался с аккаунтом YouTube, это AdSense, в общем, ну как это там называется, чтобы просматривать монетизацию, типа. Шкаф. Сейчас я проверить. Нет, тут нету. Сейчас погодь, поставь пока на паузу. 5 мин, подожди. 5 мин. Угу. Алло. He's not avoiding you, John. He's just a little scared after last time. Just think you should talk to him. I've done enough damage already. But that can change. You can change, John. How, Damara? How do I undo what I've done, unsee what I've seen, bring back all the people I've killed? When you lose your soul, it's gone, and there's no getting it back. So that's it? You're gonna give up? Алло. Алло, ну я тут. У меня сейчас жесткие глюки. Вот вообще там. У него типа он желтое все. Тут сейчас вот какие-то мобы. Чего? У него какие-то глюки. Так, импульсная волна. Вот сейчас эта девушка сказала, что типа спеши, вечеринка еще не началась. Я плохо слышу. Говорю, девушка сказала, что вечеринка еще не началась. Ага. Вот эти. Вот дофигища вот этих солдатиков. А куда эта девушка ушла? Ну, видать, на вечеринку. О-о-о. Смотри, какие прикольные. О, здорово. Что-то я не понимаю. 2314 год, а лифты медленные все равно. Лифта не видится. Давай. Блин. Ля, она меня убила. Ну, я стрелял по ней, но попадал только в тебя. Как же это логично. Вот маленький солдатик. Ладно, хватит мне объяснять солдатиков. Ой, кто тут был? Вот эта тварь. Расчленил ее. Keep going, John. The party hasn't started yet. А Айзек сейчас что-нибудь говорил? Чего? Айзек что-нибудь говорил? Не знаю, нет. Вроде. Типа сейчас Карвер сказал Айзек. Ну, ответь мне, говори со мной. Типа, ничего. Подхилься, а то тебя сейчас опять убью. Чё не бегаешь?
сейчас эти будут. Ладно, не запали, тварь. А ты что, наверх полез? Так наверх надо. Я знаю, но куда снизу можно было отстреляться. Да наверху тут тоже сейчас были. Подхилься, а то тебя сейчас точно убьют. Да не убьют. Так, лут преобразовательство. Вот тут дофигища подарков. Вот. Такие вот большие прям коробки. Где? Вот тут? Да, вот, смотри, большая коробка такая с подарком. А знаешь, что у меня тут? Чё? Какие-то ящики, ну как, короче, США и какие-то такие войска. Получается, это такие ящики. Написано Keep Refrigerated. Ой, ё-моё. А сейчас ты слышишь? Да, я уже срусь. Да, я сейчас тоже вообще срусь по жести. Капец. Вот это чётко, вот это в духе Dead Space, это я понимаю. Капец, у меня уже яйца там уже. А, вот эти фигни, их просто нужно замочить. Куда им палить? А то там воздуха нету, да просто по ним палить. Он вроде бы сдох. Чё с ним такое? Чё я его не могу замочить? Просто если мы спустимся, там не будет воздуха. О. Блин, а я так срался. Ага, это просто, оказывается, такая фигня. Вот, видишь, воздуха нету. Чего? Вот, воздуха нету. А, тут? Ну, а ты что будешь спускаться? А! Блин! Капец! Вот это неожиданно для меня сейчас. Это был такой нежданчик для меня, знаешь какой? Уворачиваюсь, а тут это перед лицом! Вот это вот мелкий щит. Я в него обойму кину. Вот я там бил. Да вот эту маленькую фигню. О, метальчик. Я уже, знаешь, что подумал насчет этих звуков? Что? Типа тут, типа эта девка, она типа. Ну да, такая... я тоже как-то думал. А? Да, я думаю, сейчас по-любому, типа, вот это. Потом ее нужно будет замочить, типа. Все равно надо спуск. Не кажется? Или тут можно поставить кофе? А? Блин, а у меня пишет, в лифте нельзя ставить. Я ж говорил. Вот тут есть. Давай, вставай, так все, ну. А я оружку свою посмотрю, получше как. Так что, делать или не делать? Так все, ну, вал, делай, конечно, вам там... Не знаю. Ладно. А где импульсная винтовка? Ну что ты взять? Нет, вариаторов, не вариатор. Тут можно. Все, пошли. Металлический зон. Так, давайте посмотрим, создадим новый вариатор. Может создать вариатор для моего стрелкового оружия, какой-нибудь получше.
Вариатор точности, снайперская точность стрельбы, не. О, это хороший вариатор. Какой? Снайперской точности стрельбы. Ты издеваешься. Хотя вольфрам, хотя ничего не стоит, вольфрама 0. Урон полный, кстати. Но КЛП, я не знаю, что это, но мне вообще жестко снижается. Что за КЛП? ХЗ. Ущерб, понятно, потом... О, я купил вольфрам, прикинь. Купил? А купил. Я сделал вот эту фигню, сейчас мне выпало дофигища вольфрама. А, подожди, я еще не зашел в это шматье. Может, тут что-нибудь есть? Подожди. Там есть две коробки с запчастями. И там еще какая-то фигня, и мне сейчас дофигища какого-то говна выпало, я забыл посмотреть. Сейчас, подожди меня. Огнемет, чертеж, выпал, коробки, из них ничего нет, а, преобразователи там вообще не чуть-чуть, говно какое-то, отборное, ну и все. Капец, у меня оказывается ущерб говно на черной дыре. Да, поставь на урон. А, ну да, тут коробочки чуть-чуть там... Я не знаю, может поставить модулятор? Обнулятор? Да. Ну-ка, сейчас поставлю, посмотрим. Это механический сон. Так. О, я даже знаю, что это... Блин, здесь вольфрам только сбивается. Не-не-не. Да, ну бред какой-то, вот фигня. Это импульсная винтовка была. О, в чертежах. Нет, именно не простая, а именно, которая собрал я ее. Может, там сейф лежит. Нет, в сейфе у меня обычное созданное оружие, пистолет лежит. О, разобрать оружие надо нажать. Разобрал. Темп стрельбы ставим. Чертежи. Огнемет, так у меня ж точно такой же стоит. Капец, прикинь. Угу. Смотри. Там вот. Получится. Жа, можешь стрелковое оружие поставить? У меня просто метрический зонт стоял. Блин, со вариатом. Хотя ну нафиг. Сатка, самозаряд. Соесная оболочка. Сколько она стоит? 75 вольфрам, прикинь. Ну так у меня есть соесная оболочка. Усиленный огонь. Самозаряд. Поджигает. Блин, я не туда нажал. А? Не туда нажал, нечаянно. Ты? Да. Гальванизатор на самом деле говно. Ты знал? Догадывался. Да, у меня сейчас трудный выбор. Плюс 2 урон, минус 1 перезарядка, или плюс 2 урон, минус 1 темп стрельбы. А у меня выбор, как думаешь, брать вариатор точно? Типа, как со снайпой буду, пу. Да ну, так долго ты там никого не замочишь, тебя все будут мочить. Урон, он на максимум сейчас поставил, он стоять будет. Зато. ХЗ. Пенский сейвис, евангелист, электромагнит, скрытик, это вообще высоко точная винтовка. Урон поменьше. Так. Мне нужен плюс 2 урон, чтоб еще что-нибудь такое хорошее. Да, она стрелять будет не очень, конечно. Так. Но стоит она всего 250 полупроводника и 300 полубома. Во, вот это. Ой, блин, это вот тут вольфрама дофига стоит. Тогда... Ладно, я покоплю это. Такое.
получается. Ладно, пойдем уже. Сейчас, подожди. Тоже заебался. Сидеть просто. Синтетическая тарелка с испанцем. Излучатель Теслы. Как думаешь, излучатель... Теперь у меня 120 патронов. Собрать излучатель Теслы. У меня есть излучатель Теслы. А ты можешь у него подарить? Нет. То есть я думаю, можешь собрать? Да. Он нужен для нижнего блока, там кислоту поставить. Ага. Блин, пошли быстрее, тут сейчас эта девка говорила. Чё он говорил? Тут торт, смотри. Нет. Вот он, тортик. И тут свечки на нем горят, еще смотри, вот. Тут большой ящик. Нет, тут большой тортик. Он киви, клубничка, розочки, всякое такое. Он черника. Ясно, пойдем. Я, кажется, догадываюсь, что тут будет, поэтому я выкинул немного реса. Что-то будет. What are you looking for, John? Вот, блин. Я здесь... бомбу подобрал. Вот это будет? Здесь будет дофигища реса. Сейчас лифт подъедет, и ты увидишь. Так, блин! А, смотри, где? Но вот тебе помощнее стало. Совсем другое дело. Сейчас тварь здесь. Как эта тварь может ходить? Без башки. Она прям возле меня прошла и что-то меня не трогала. Чего? Она прям возле меня прошла и меня не трогала. Вот, тут дофигища ресов. Ты знал? Да, знал. Лёха в скайп звонит. Соответственно, батарею давай используем. Шучу, нет, я выброшу. Или отдам тебе.